У нас еще один звонок. Каждый день ее слушают миллионы людей. Будете и дальше искать прекрасного принца, обожжетесь. Думаете, мне стоит отменить свадьбу? Но когда доктор Любовь испортила ему жизнь... Патрик, все кончено. Не надо, Том. Подойди сюда, давай поговорим. Нет, 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 не вы, сэр. Опустите руки. Я пожарный, мы никого не сажаем. Патрик не стал злиться. Видел, что доктор Любовь замуж собралась. Да уж, разве мужик в своем уме на такой женится? Он женился. О, нет. Подумал, ты захочешь отомстить. Я женат. Я что? Уже замужем. Как это исправить? Простите. Эй, вы! Мы невинны жертвы ошибки в системе. Эй, народ, у нас тут невеста. Теперь... Так ты пожарный? Так точно. Пожарные мне всегда нравились. Он поддаст жару. А как вы познакомились? Вы знаете, что такое прорестлинг? Замолчи. И докажет этому эксперту. Да что такое счастье? Тебе лучше знать, ты книгу написала. Что любовь не случайна. Она мне вроде как нравится. Нет, никаких нравится. Я не позволю. Ума Турман, Колин Фёрд, Джеффри Дин Морган. Пожарная служба Нью-Йорка, дамы и господа. Дело срочное, освободите лифт. Пожалуйста, немедленно прекратите безобразничать. Случайный муж. В сентябре 2009-го в Голливуде, штат Калифорния, был проведен закрытый показ. Эти зрители первыми смогли увидеть фильм «Паранормальное явление». Вот что они увидели. Камера высокого разрешения работает, моя подружка Кэти думает, что в доме что-то есть и... Ты ведь не веришь, да? Думаю, нам будет очень интересно заснять какое-нибудь паранормальное явление, особенно если оно есть. Окна закрыты, двери заперты, сигнализация работает. Тут какой-то странный звук. Здесь что-то есть, я чувствую чужое дыхание. По идее, никто не мог оставить такие следы. О, боже! Боже мой! Так, ничего не понятно, давайте перемотаем. «Паранормальное явление» — один из самых страшных фильмов всех времен и народов. Очень похоже, что вас кто-то укусил. Дело не в доме, а во мне. Вы не можете убежать, оно преследует вас. Да все под контролем. Ничего не под контролем. Познайте страх. Что со мной происходит? Это какой-то знак. Если это не призрак, то что же это? Паранормальное явление. Фанаты «Ледяных волков» умоляют зубную фею выйти. Знакомьтесь, Дерек Томпсон. Твою мать! Честная игра не для него. Вот наше будущее. Здорово, крепыш, во сколько игра? Когда я вырасту, буду играть в высшей лиге, как ты. Даю совет. Мечтай о чем-то реальном. А еще он не верит в сказки. Зубик пропал, а денежки нету. Тесс, давай закроем тему. Не существует никаких зубных... Да, она просто сюда завалилась. Однако скоро Дерек получит... Мистер Томпсон, вы признаны виновным в уничтожении детской мечты. Заслуженное наказание. Вы будете отбывать назначенный судом срок в роли зубной феи. Самый злобный хоккеист в мире. Правую руку вверх. Повторяйте. Я клянусь исполнять обязанности зубной феи. Вот-вот узнает. В летную школу его. Только попробуй. Спусти меня вниз. И чтобы добиться успеха... Крем-уменьшитель. Спрей-невидимка. Ништяк. Нужно верить. Антикот. Самая полезная штука. Кажется, вы так и не поняли, что значит быть зубной феей. Издевайтесь. Решаю вопрос как надо. Точнее... Как считаю нужным. Астрал. Это... Вы готовы? Да. От создателей фильмов «Паранормальное явление» и «Пила». Эй, милый. Доброе утро. Да, мы попробуем. Хорошо. Что такое астрал? Не знаю, где он. Но точно не в коме. Астрал — это... Bye.
это... Давай! Астрал, это... Кроме Далтона в комнате, там было что-то еще. Далтон! Далтон! Я знаю, кто может помочь. Мы произвели замеры абсолютно по всему дому. Проводка, будильники. Я не думаю, что здесь проблема в проводке. Я хочу уйти. Хочу покинуть этот дом. Астрал, это... Да, он здесь. Что это? Место их обитания не дом, а ваш сын. Так, я снимаю. Привет, девочки! Привет! Привет! Это у нас Кейти! Кейти, помаши в камеру, Кейти! Эй, Кристи, а ты хочешь поздороваться? Нет. Давай помаши нам, Кристи. Этой осенью... Что бы там ни случилось, я почти ничего не помню. Я вообще ничего не помню. Вы откроете секрет. Что бы это ни было, оно было здесь. Паранормального явления. Чем больше внимания мы обращали, тем хуже становилось. Есть, я включила. Помнишь, что надо сделать? Сказать кровавой Мэри 3 раза. Ладно, я выключаю свет. Готово? Кровавая Мэри! Кровавая Мэри! Кровавая Мэри! Мне страшно! Да ну тебя! Хватит! Прости, не смешно! Новые подробности об ужасном убийстве членов семьи, чьи трупы были обнаружены в начале недели. 9 месяцев спустя. Я не хотела сюда переезжать. Старый дом нам был не по карману. К тому же здесь происходит действие моей новой книги. На этот раз она интересная? Я напишу самую лучшую книгу на свете. У меня такое классное предчувствие. От продюсеров фильмов «Паранормальное явление» и «Астрал». Да неужели? Семейное барбекю 79-го года. Это семья, которая жила здесь. Думаете, это серийное убийство? Не знаю. Первые пленки датированы 60-ми. Единственная связь между ними – этот символ. Символ обозначает языческое божество по имени Багул. Он пожирает души человеческих детей. Тому, кто его увидит, никогда еще я не сталкивался с чем-то столь серьезным. Первые христиане считали, что Багул живет в самих изображениях, являющихся порталами в его мир. Спасения нет. Детям, увидевшим его изображение, похищение грозит больше всего. Милая, что случилось? Я хочу в ее фотографию. В чью, солнышко? Стефани, она жила здесь. Тревор? Что такое? В чем дело? Сажай детей в машину. Мы уезжаем немедленно. Синистер. В 5 часов к нам придут гости. Ждем тебя дома. У них там грандиозная битва. А для чего нужна кнопка «Сохранить»? Снился страшный сон. Сэмми, это ты сделал? Нет, он сам это сделал.
а потом пришел ко мне в комнату. Следов взлома нет. Вы уверены, что все окна и двери были заперты? Конечно, мы всегда их проверяем. Карен говорила, вы вызывали полицию. Все нормально? Да. Перелетных птиц врезались в ваш дом с разных сторон, как будто их что-то притягивало к нему. Что-то происходит. О чем ты? Не знаю, это трудно объяснить. Сэмми, подойди, я тебя осмотрю. Знаки на теле вашего сына похожи на какое-то клеймо. С некоторыми людьми уже происходило что-то подобное. Я нашла человека, он считается экспертом в таких вещах. Эй, вы новый жилец? От режиссера и сценариста Роба Зомби. Я видела его минут 10 назад в дверях квартиры. Не хочу вас разочаровывать, но в пятой квартире никто не живет. И продюсеров фильмов «Паранормальное явление» и «Астрал». Ты должна понять, что в раю идет война. Тайна раскрыта. Особое дитя должно появиться на свет. Все нормально? Нет. Пророчество сбылось. Это проклятие салемских ведьм. Оно гласит, что дитя дьявола унаследует землю. Сатана, приди к нам! Да поможет вам Господь! Господь не прощает грехов даже ангелам. Повелители Салема! Добро пожаловать в идеальный мир. Преступность минимальна. Уровень безработицы 1%. Благодаря одной ночи в году. Когда все преступления легальны. Эта ночь позволяет людям выпустить всю накопившуюся ненависть и злобу. А почему бы вам тоже не убить кого-нибудь сегодня? Нам это не нужно, Чарли. Судная ночь существует во благо. Все обойдется, как всегда. Не волнуйтесь, хорошо? Внимание! Началась судная ночь. По сигналу все аварийные службы прекратят работу на 12 часов. Правительство благодарит вас за содействие. Помогите! Кто-нибудь, прошу, помогите! Спрячьте меня, умоляю! Кто-нибудь меня слышит? Давай! Сюда! Чарли! Нет! Сюда! Скорее! Зачем ты впустил его в дом? Мы понятия не имеем, кто его преследует. От продюсера фильмов «Паранормальное явление» и «Синистер». Наша цель на сегодняшнюю ночь прячется в вашем доме. У вас час на то, чтобы передать его нам, или мы убьем всех. Мы ведь в безопасности, да? Они же не смогут проникнуть в дом. В этом году все будет как раньше. Как раньше уже никогда не будет. Судная ночь.
попробуйте дожить до рассвета. Мы какое-то время побудем в доме у бабушки. Доброй ночи. Добрый. Нас уже больше ничто не потревожит. Мы вернули сына. Мы снова одна семья. Происходит. Что именно? Скажи нам, чего она хочет? Я слышал голоса в коридоре. Мам, скажи, с папой все в порядке? Что бы это ни было, оно преследует мою семью, и оно не оставит нас в покое. Я знаю, что произошло. Я пошел в то место, чтобы вернуть нашего сына, и за мной следовало что-то зловещее. Вон из моей головы! Прямо перед вами кто-то стоит. Он говорит с вами. Что он говорит? У него твой ребенок. У него твой ребенок. У него твой ребенок. У него твой ребенок. Астрал, глава вторая. От создателей паранормального явления и астрала. Мой зеркало, скажи, мне всю правду покажи. Я смотрю с тревогой в око. Почему ты так жестоко? Ты наводишь ужас, страх. Это все в моих глазах. Что же там за темной дверью? Я глазам своим не верю. Слышишь эти голоса? Хочешь жить? Закрой глаза. Окулус. Тоже. Если вы не участвуете в судной ночи, рекомендуем покинуть улицу. Система аварийного оповещения объявляет о начале ежегодной судной ночи. По сигналу все экстренные службы прекратят работу на 12 часов. В течение этого времени любые преступления, включая убийства, разрешены законом. Ты знаешь, как это опасно. Его все равно не вернешь. Тебе не станет легче. Пожалуйста, останься. Мне пора. Правительство благодарит вас за участие. Негласное правило судной ночи. Каждый сам за себя. Кто это? Сегодня жертвы неизбежны. Проезжай, проезжай. Следуй плану. Забудьте о сострадании. Нам не нужны герои. Спасибо. Идите за мной. О, Господи! Бежим скорее! Беги, быстрее! Хотите выжить? Держитесь рядом. Мне страшно. Ни звука. Смотрите в оба. Почему вы нас просто не убьете? О, Боже, куда они нас ведут? Великолепный лот прямо с улиц.
Это последние жертвы сегодняшней ночи. Ставки начинаются с 200 тысяч долларов. Дамы и господа, переодевайтесь. Охота начинается. Когда они нас окружат, не мешкайте, не оглядывайтесь. Боритесь до конца. Попробуйте. Таким, как мы, все равно не уцелеть. Дожить. До рассвета. Это ночь моя! Огонь! Они идут. Судная ночь 2. Ну что, идем? Неохота. Иди одна. Ты в этом уверена? Абсолютно. Повеселитесь там. Вы верите, что можно вступить с человеком в контакт после его смерти? Ты хочешь вызвать Дебби? Дебби умерла здесь. Не стоило нам сюда приходить. Наш круг друзей един с тобой, заблудший дух. Прерви покой. Дебби, ты меня слышишь? Я скучаю. Расслабьтесь. Дому лет 100. Чушь какая-то. Не смешно. Сара, перестань. Это не я. Доска сказала привет, друг. Мурашки по коже. Я кое-что нашла. Снимаю на видео. Я кое-что нашла у себя дома. Из-за этой доски стали происходить странные вещи. Начав игру, Дебби пробудила нечто. Здесь кто-то есть? Оно преследует нас. Кто там? Ему нужны все мы. Кто следующий? Как нам остановить это? Если не закрыть портал, оно продолжит убивать. Попробуем снова сыграть. В последний раз. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, прерви покой. Дай нам знак. Ты убила Дебби! Хватит, прекрати! Это всего лишь игра. Просто... Виджи, доска дьявола. Прошло 9 месяцев, а ты все тянешь с разводом. Он каждый день изменяет тебе с секретаршей. Все имеют право на ошибки. Готова, мам? Поднимай, милый. Держу. И вас зовут? Ной. Я живу в соседнем доме у дяди. То есть ты не местный? Нет. Случилось несчастье, и мне пришлось перевестись в школу поблизости. А у меня там мама преподает. Она слишком крутая для училки. Боже, вы такая красавица. Ой, простите, я зря так сказал. Ничего, мне давно не делали таких комплиментов. Ну тогда я рад, что сказал. Когда теряешь любимого человека, внутри тебя словно что-то обрывается. Мне надо идти. Пожалуйста, останься. Забудь о запретах. Правила. Есть только мы. Прости, Ной, это была минутная слабость. Я старше тебя. Не знаю, что на меня нашло. Ной, останешься на ужин? Миссис Петерсон, они знают, что случилось в выходные? Да. А что? Здесь был чудовищный шторм. Вы там не намокли? Нет, у нас даже не моросило. А еще было чертовски жарко. Директор Уоррен. Я одобрил вашу просьбу о переводе Ноя Сэндберна в этот класс. Кевин, ты отправлял письмо с моей почты? По-моему, вас хакнули. Надо сменить пароль. Смотрю, твой отец решил вернуться в семью. Вроде бы да. Не забывай, что он вас бросил. Милый, будь осторожнее с Ноем, ладно? Увидимся в школе. Прошу прощения.
Что происходит? Я потеряю все. Семью, работу, жизнь. На что ты рассчитываешь? Я ни за что тебя не отпущу. Нет! Держись подальше от меня и моего сына! Не могу, Клэр. Я же твой сосед. Поклонник. Привет, я Кевин, ваш водитель. Хорошо, поехали. Жизнь уже прошла наполовину, а мне, к сожалению, совсем нечем похвастаться. Но только если подружка, которая мне изменяет. Давай, закругляйся. И вообще, я ухожу от тебя. И карточным долгом в 6 000 долларов. Верни мне весь долг сегодня до полуночи, или ты труп. Мне нужно 6 000 долларов сегодня к полуночи. Думаю, у тебя есть шанс. Его зовут Роджер Кэрос. Кэрос тебя прикончит. Миллиардер и полный псих. Но он дает на чай 1000. Мне нужен водитель, поверенный, носильщик и охранник. Идет. От режиссера козырных тузов. Уверен, ему абсолютно не о чем беспокоиться. Ты совсем рехнулся? Я 6 недель возил Чарли Шина, так что... Кто это? Да, неважно. Лимузин? Я его немножко помял. У тебя что, пистолет? Я не очень хочу об этом говорить. Тебя же в тюрьму посадят. Ты мертвец! Все это сегодняшнее безумие меня взбодрило. Чем хуже все становится, тем круче я становлюсь. Я предугадываю все на 5 шагов вперед. Драйвер на ночь. Моя мама умерла 1.5 года назад. Но иногда мне кажется, будто она рядом. Прошу тебя, ответь мне, мама. Мне нравится парень из соседней квартиры. По-моему, я ему тоже нравлюсь. Ты должна быть очень осторожна, когда зовешь одного умершего. Слышат тебя сразу все. Что со мной происходит? Оно пожирает ее душу. Если не поспешим, оно ее заберет. Я пойду туда, где оно живет. У этого места есть название? Я называю его «Та сторона». Верните ее! Вы говорили, что вернете ее! Это не ты. Я буду ждать во тьме, когда боль наконец-то убьет тебя. Нет! Астрал 3. Боже, он спрыгнул. Давайте потише. Ай, блин. Тише. Черт, как тут стрёмно ночью. Ага, вот она, сцена. Давайте за дело. Это вам, сэр. Кого тут черти носят? Эй! Чарли Гриммель погиб из-за неисправности декорации во время спектакля «Виселица». Что это такое? Тут нет кассеты. В этой школе кто-то умер?
Что происходит? Это Чарли. Он живой. Все двери заперты. Я сваливаю отсюда. Эй, Чарли! Зови его! А что такого? Чарли, Хватит! Чарли, Чарли! Не стоило его звать. Делай что-нибудь! Он найдет нас. Надо включить тревогу. Кто-нибудь приедет. Современный дом середины века. Потрясающий вид, чудесное освещение. Нравится? Да, тебе? Здесь хорошо. Я очень счастлив. Простите, вас зовут Саймон? Да, это ты. Мы вместе учились. Это моя жена Робин, а это... Прости, не расслышал. Гордон Мосли. Гордо. Гордо? Боже мой. Прости, что не узнал. Столько времени прошло. Добро пожаловать, смайлик Гордо. Откуда он узнал наш адрес? Очень дорогое вино. Надо его отблагодарить. Я считаю, что порой плохое в жизни — подарок свыше. Он странный. Просто проблемы в общении. У меня тоже бывает. Гордо, здравствуй. Привет. Некоторые со школы совсем не меняются. Спасибо. Он неадекватен. Думает, мы друзья. Спасибо за ужин. Корм для рыб. Ты считаешь это нормально? Я говорила, что хочу завести рыб. Приходит, когда ты одна. В школе его звали Чудак Гордо. По-моему, он милый и очень щедрый. Вы сейчас говорите об односторонней дружбе. Тебе придется порвать эти отношения. Мне нелегко это говорить. Больше к нам не приходи. От создателей Астрала. Это еще не конец. Саймон, спустя столько лет я хотел забыть прошлое. Что это значит? Без понятия. Это явно что-то значит. Кто здесь? Забыть прошлое спустя столько лет? Это что еще такое? Что-то серьезное. Гордо! Что значит забыть прошлое? Все кончено! У Саймона на него целое дело. Думаешь, он тебе врал? Грехи прошлого. Расскажи, что произошло. Это было 25 лет назад. Я тебя совершенно не узнаю. Становится настоящим. Саймон говорит, новый дом. Саймон говорит, красавица жена. Саймон говорит... Думаешь, ты покончил с прошлым, но прошлое не покончило с тобой. Подарок. Карен? Бедняжка. Так, пора ложиться спать. Можно до рекламы досмотреть? Пожалуйста. Мне не нравится, когда вы смотрите ужастики перед сном, так что живо спать. Это же понарошку, мам. Когда понарошку, не страшно. От создателей Астрала и Судной ночи. Вы верите во зло? Потустороннее зло. Да. Зло остановить нельзя. Можно лишь защититься от него. Я волнуюсь за Дилана. Почему? Он не такой, как мы. Я тебе кое-что покажу. Отсылки к Багулу есть во всех культурах. Некоторые верят, что он питался... уничтожая невинность. Этим летом их объединяет три вещи. Убита вся семья, дом и некое преподношение. Утро Рождества. Что она говорит? Это координаты. Чего? Ферма, где была убита целая семья. Сюда никто не приезжает. Здесь случилось страшное.
Когда просмотришь их все? Дело в детях. Он забирает детей. Это моя. Рыбалка. И будешь следующим. Ваша семья в опасности. Почему? Он придет за нами. Я этого не допущу. Синистер 2. Эвелин, любимая, все хорошо, я рядом. У меня до сих пор кошмары. Возможно, это все еще ваш посттравматический синдром из-за аварии. Ты только что прошла мимо Акро-Каберне, склона Спиногри, а здесь у нас... Разве не безумие делать это в такое время? Сейчас ты должна думать только об одном. О рождении здорового ребенка. Хочу поднять бокал за эту молодую пару и поприветствовать в нашем необычном клубе. Ты знаешь, кто здесь жил до вас? Они были странной семейкой. О, ведающий, скажи мне, когда мы... Хелена, ты в порядке? Она была будто одержимой. Поприветствуем Эвели в нашей группе. Поделимся любовью и жизненной силой с ее дитя. Порой мне кажется, я просто с ума схожу от этой беременности. С этим местом что-то не так. И это не мое воображение. Бутылки с вином. Они взорвались. Они целые. Прислушайся к своей интуиции, к материнскому инстинкту. Мы говорим о сильных галлюцинациях. Там кто-то есть. Что это? Защита. Защита от чего? От зла. Что-то случилось на этом участке. Что-то ужасное. Оно осквернило землю. Все хорошо? Все очень плохо. Видение. Кейти, Кристи, постарайтесь сосредоточиться. Сосредоточьтесь. Соберитесь, девочки. Они будто в трансе или типа того. Она ввела их в состояние транса. Где ты их взял? Нашел коробку с кассетами в подвале, которые оставили прошлые владельцы. Этой кассете лет 20. Расскажи, что ты видишь. Я, кажется, вижу двух мужчин. Как вас зовут? Райан. Майк. Мы братья Флитч. Братья? Папа, я не могу уснуть. Почему, малыш? В моей комнате кто-то шумит. В твоей комнате кто-то шумит? Ну, пойдем, папа сейчас всех прогонит. Будь здорова! Какого черта? Что за хрень? Ты это видел? Нужно просмотреть остальные кассеты. Зацени камеру. По-моему, тут творится какая-то чертовщина. Здесь куча разных кнопок. О, господи. Папа! Как они ее таскали? Да? Такая большая. Такая большая. Нужно... Очень странно. Я вижу какие-то помехи, которые фиксирует камера. Что это вообще? Похоже, камера улавливает нечто такое, что не видно невооруженным глазом. Просто невероятно. Я раньше слышала о фотографиях духов, но вживую никогда не видела. Господи! Детка, что ты тут делаешь? Что она сказала? Слова наоборот? Кровавая Мэри. Она сказала «Кровавая Мэри»? Уверен, это связано с кассетами. Кровавая Мэри. Она раньше не рисовала ничего подобного. Как она туда забралась? Он придет за мной. Кто? Тоби. Что если нас специально поселили в этот дом? Это не совпадение. Она связана с пророчеством. Нейла! Майк, не шевелись. У тебя что-то за спиной. Это Мария Белла Джеймисон. Моя бабушка.
А это мой дедушка. Камень, ножницы, бумага. Поживем у них недельку. Я скучаю. Здесь классно. Мне очень хотелось погостить у тебя. Давно я не видел вашу бабушку такой счастливой. Спать ложимся в 9:30. После этого запрещено покидать комнату. Спокойной ночи. И вам. Слышала? Бабушка! Что сейчас было? По-моему, с ней что-то не так. Бабушка в порядке. Они какие-то чудные. Я ждала этого звонка. Они немного странные. А почему она уставилась в колодец? Привет, дедушка! Дедушка! Мам, с бабушкой и дедом происходит что-то неладное. Они пожилые люди. Я его чистил. Что в том сарае? Бабушка, ты там? Дорогая, полезай-ка в духовку и протри ее изнутри. Стой, бабушка, нет! Визит. Приближается главный день в году, когда все преступления законны. Исполнить свой долг – обязанность каждого. Аэропорты Америки переполнены толпами иностранных граждан. Они прилетели, чтобы принять участие в судной ночи. Это абсолютная свобода. Их называют туристами-убийцами. Впервые национальная идея выходит на международный уровень. Такое нельзя пропустить. Судная ночь. Судная ночь. Но сейчас, когда до начала остаются считанные дни, набирает популярность кампания за ее отмену. Сенатор от оппозиции Чарли Роуан открыто призывает наложить вето на наш праздник. Этот обычай разлагает общество. Его необходимо запретить. И накануне самой противоречивой даты... Многие опасаются за жизнь смелого сенатора. Она слишком много болтает. Итак, приступим. Система экстренного оповещения объявляет о начале ежегодной судной ночи. После сигнала сирены любые преступления, включая убийства, станут законными в течение 12 часов. Я готова пойти на риск ради победы. Моя работа – исключить риски и сохранить вам жизнь. Судная ночь – прекрасный способ избавиться от ненужных людей. В наших рядах предатель. Они уже близко. Помощи ждать неоткуда. На вас объявлена охота, а в городе полно безумцев. Сейчас одна цель – выжить. Что вы делаете на улице, сенатор? Меня пытались убить. Быстрее. Нас выследили. Пригните голову! Держитесь! Обещаю, вы переживете эту ночь. Они здесь. Ложись! Судная ночь 3. Дух Мэри, явись в наш круг. Подай знак, задуй свечи. Не может быть. Шарлатанка. Она это заслужила, мам. Ты должна помогать мне, а не срывать сеанс. И ты, юная леди, тоже. Что такое шарлатанка? Ты странная. У моей дочери неприятности? Вам не о чем тревожиться. Что это? Реквизит для работы. Духи, вы слышите меня? Слышу.
слышим. И даже видим. С кем ты разговариваешь? Папа, это ты? Кто здесь? Вы видели, как она это писала? Нет. Текст на польском. Кто это сделал, Дорис? Я покажу. Ты здесь? Происходит что-то необъяснимое. Я беспокоюсь за вашу дочь. Мир призраков опасен. Ты что делаешь? Это не я! Знаете, что чувствует человек, когда его душат? Дорис словно подменили! С ней случилось что-то ужасное! Боюсь, ею овладели силы, которые нам не подвластны. Дорис? Да. Уиджи. Проклятие доски дьявола. Люди называют его китайский вирус. Сегодня привезли очередную партию зараженных. Правительство находится в полной боевой готовности. Я не знаю, следите ли вы за новостями. Если нет, то начните. Вокруг гуляет какая-то зараза. Грейси! Грейси! Помогите! Что случилось? Я не знаю. Зови медсестру. А ты как? Привет, папа. Девочки, я не могу попасть в город. Все дороги перекрыты. По всему округу объявлен карантин. В чем дело? Где ты? Слушайте меня внимательно. Закройте все окна и все двери в доме. Папа... Иду сегодня на вечеринку. Нам нельзя покидать дом. Мы одни, можно делать, что захотим. Что мы делаем? У нас романтика. Эй! Братан, я с тобой говорю. Ты слышишь меня? Боже мой. Стэси, попала в глаза. Распространение китайского вируса в Соединенных Штатах остановить невозможно. Ей уже не помочь. Я ее не брошу. Помогите! Ты замедлишь процесс, но не остановишь полностью. Они управляют телом человека. Я их слышу. Они говорят, что я должна сделать с тобой. Я не могу это прекратить. Ты должна бороться, Стэйси. Уходи. Нет. Эмма, прошу! Оно заставит меня сделать тебе больно. Избегайте контакта с зараженными. Избегайте контакта с зараженными. Вирус. Завладел телом невинного 11-летнего мальчика. Мы направили лучших экзорцистов, но им не удалось. Кто вы? Я помогу вашему сыну. Я не экзорцист, не использую религиозных методов. Я подключаюсь к сознанию жертвы, чтобы излечить болезнь. Выдворяю демона изнутри. Мы у тебя в голове. Очнись, приятель. Что-то не так, Генри? Это существо очень сильное. Сильнее, чем я когда-либо встречал. Что, если существо покончит с мальчиком и решит перейти? Мальчик умрет.
Кэмерон, это не на самом деле. Ты будешь гореть. О, боже. Инкарнация. Смотри, здесь он с новой прической. Да ну, уродец какой-то. Нет, вполне. А вот тут лучше. Простите, сэр, но вы явно ошиблись машиной. Где мы? Что, черт возьми, происходит? Мне приказали привести именно вас. Цветы повсюду, на подушках, в ванной. Будто мы важные персоны. Мы спасемся только если все вместе накинемся на него. Кто это? Может, она нас выпустит? Помогите! Помогите, пожалуйста! Не волнуйтесь. Ему не разрешено к вам прикасаться. Он знает, зачем вы здесь. И не ослушается меня. Привет, я Хедвиг. Сколько тебе лет? 9. Это первый случай в моей практике. В теле Кевина уживается 23 личности. Кто вы? Помоги мне выбраться отсюда, Хедвиг. Пытаешься меня обмануть? Думаешь, я такой глупый? Ну разве не умничка? Человек с синдромом множественной личности способен влиять на свою физиологию силой мысли. Он уже идет за вами. Кто? Зверь. Помогите! Нас похитили и хотят убить. Нам уготована страшная участь. Теперь мир наконец-то поймет. Зверь существует. Сплит. Он делал с людьми ужасные вещи. Вас ждет то же самое. Зубную щетку взял? Взял. А дезодорант взял? Взял. А одежду для дома взял? Кстати. Что? Они знают, что я черный. А надо? Может, стоит предупредить? Мама и папа, мой черный парень, приедет со мной на выходные. Только не удивляйтесь, что он чернокожий. Я тебя ни раз таким не видел. С роднёй знакомишься, за город уезжаешь. Смотри, не зазнайся, мужик. А то вернешься к нам приличным семьянином. От продюсера «Визита» и «Астрала». Так вы, ребята, из города? Да, приехали на выходные. Предъявите права. За рулем была я. А мне все равно, я просил его удостоверение личности. Фильм Джордана Пила. Зови меня, Дин. Дай об него, дружище. И давно уж у вас это самое. Мы наняли Джорджину и Уолтера для ухода за родителями. А когда те умерли, я просто не мог их уволить. А моя дочь знает, что ты куришь? Я скоро брошу. Она тебе с этим поможет. Как? Гипноз. Пожалуй, я пас. Ты как, в порядке? Переживу. Слушай, я тут погуглил. Походу, целая куча черных в том районе пропала. Все путем. Почему это тебя не пугает? Рад, что я тут не один такой. Крис как раз говорил, что ему намного комфортнее от того, что я здесь. Пошел прочь, прости, друг. Пошел прочь! Эй! Роуз, нам пора. Что-то случилось? Роуз, ключи. Достань ключи. Не могу их найти. Роуз! В феврале! Падай в пол. Нет, нет, нет. Падай. Ценность разума не зависит от цвета кожи. Не зависит от цвета кожи.
Когда вокруг много белых, я нервничаю. Нет. Нет. Нет, 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 нет. Прочь! Белко – это успешная корпорация в богате, объединяющая американские компании в Южной Америке. Прошу внимания всех сотрудников. Ух ты, это голос Господа! Сегодня вам дается уникальная возможность войти в элиту компании. Каждого из нас бесит коллеги. Убейте двух или... Через полчаса мы убьем шестерых. Телефоны не работают. Нам надо эвакуировать этаж. Да ладно, Майк, это же прикол такой. Слушайте сюда. Те, кто это делают, просто веселятся за наш счет. Ложись, ложись! Фаза номер один запущена. Время пошло. Ему будто голову разорвало изнутри. Как? В Колумбии нам вживили чипы на случай похищения. Не пытайтесь удалить ваши чипы. Следуйте нашим указаниям, или мы детонируем взрывчатку. Поехали. Надо найти отсюда выход. Мы не сможем его разрезать. Знаешь, что это за металл? Честно, без понятия. Эй, вы здесь! Помогите! Помогите! Нам надо обсудить все варианты. У нас нет права забирать жизни невинных людей. Что вы собираетесь делать? Я нужен жене и детям. Не надо брать оружие. Надо понять, кому все это надо. Может, он вообще среди нас? Всем стоять нахрен. Это было только начало. Фаза номер два запущена. Оцените окружение и уничтожьте тех, кто не дает вам подняться или метит на ваше место. Ваша цель еще 30. Или... Мы убьем 60. 5. 4. 3. 2. 1. Они знают, что в конце концов каждый будет сам за себя. Эксперимент офис. Ребята, это Белль. Она недавно перевелась. Это не ты переехала на Ocean Avenue 112? А ты что, следопыт? Что? Нет. Ужас Амитивилля. Узнаешь этот дом? Откуда ты знаешь, где я живу? Все об этом знают. Том заставил Ронни Дефио убить всю свою семью в 74-м. Их нашли вчера. Всех застрелили. Почему ты не рассказала мне про дом? Это всего лишь сказка о привидении, милая. Вам с братом будет здесь хорошо. Я скучаю. Я тоже. Думал, что-то не так. 40 лет ничего не происходило. В Библии 40 – очень важное число. 40 лет в стране царил мир. Может, зло появляется каждые 40 лет? У меня плохое предчувствие. Это происходит снова. Это творится с моей семьей. В твоей голове. Есть еще кто-то? Да. Найди источник зла и уничтожь его. Красная комната. Там что-то происходит. Это очень страшный дом. Он нас не выпустит. Он будто живой. О, проснулась? Боже, это что, общага? Да. Супер. Смотрите, кто вернулся. Не опоздай на свою же вечеринку. С днем рождения. О, проснулась? Кажется, я схожу с ума.
Смотрите, кто вернулся. С днем рождения. Все повторяется. Сегодня вечером меня убьют. Попытайся вычислить убийцу. Предлагаешь умирать снова и снова, пока не поймаю гада? Зашибись. Мой праздник. Мои правила. Покончим с этим. У меня получилось! Опять. Счастливого дня смерти. Он в моей голове. Элис, слушаю. Мне нужна помощь. У меня в доме происходит что-то странное, мне сказали. Вы в этом разбираетесь. А где вы живете? В местечке без ключей в Нью-Мексико. Этот дом принадлежал нашей семье. Элис. Когда начались эти явления? Сразу, как мы сюда переехали. Я видела призраков раньше, много лет назад. Я тоже их вижу. Но этот совсем другой. Я могу. Отсюда. Будь осторожна. Доверьтесь мне. Элис! Эти явления обычно бывают жуткими. Астрал 4. Ты в курсе, что Оливия сохнет по твоему парню? Круто! Что за бред? Может, хватит? А, Пенелопа? Действие. Поцелуй Оливию. Вот это я понимаю, вечеринка. Класс. Картер. Правда. Какие у тебя виды на нашу милую Оливию? Мне нужно было заманить сюда кого-то с кучей друзей. Оливию оказалось легко обвести вокруг пальца. Вы все здесь, потому что меня не волнует ваша смерть, если в результате я останусь в живых. Какого черта? Это не просто игра. Где бы ты ни спряталась, что бы ни делала, она найдет тебя. Ты чего? Да так. После той поездки в Мексику творятся странные вещи. Да ладно. Я серьезно. У меня видение. Правда или действие? Действие. По-твоему, я спятила? Не то слово. Эта девушка хочет поиграть. Мое действие — показать всем свой прибор. Уже видели? Не впечатляет. Картер сказал, если соврешь, умрешь. Не выполнишь действие, умрешь. Откажешься играть? Да пошли вы. Умрешь. Мы всего лишь пешки в этой игре. И что теперь делать? Выбирай правду. Правда или действие? Марки постоянно изменяет Лукасу. Прости. Еще раз дотронешься, руку сломаю. Правда? Не тебе решать. Выбор делает игра. Сломай Оливии руку. Давай, бей. Я, конечно, злюсь, но не настолько, чтобы ломать тебе руку. Ты не можешь отказаться. Марки, не тяни! Эта игра слишком умная. Половина людей на фото уже мертвы. Нужно понять, с чего все началось. У нас вообще есть шансы выжить? Никаких. Все игроки должны умереть. Ты следующая. Мое действие — убить одну из вас.
эту штуку будешь носить весь следующий месяц. Облажаешься, отправишься назад в клинику. Семь, восемь, девять. Какого черта? Доверяй рассудку, а не глазам. Привет, братишка. Алекс? Я просто хочу отбыть свое наказание. Это невозможно. Наш отец был психом. Это он сделал тебя таким. Я знаю, как это не верить себе. Единственный, кто здесь ноет, это ты. Это все иллюзия. Это все иллюзия! Это невозможно. Кто ты? Не верь глазам. 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 Осталось еще 27 дней. Эта ночь позволяет людям выплеснуть всю накопившуюся ненависть и злобу. Его не вернуть. И лучше тебе не станет. Спасибо. Обычай, который определяет наше общество. Отныне станет нашей ежегодной традицией. Да начнется судная ночь. Исайя, не смей прогуливать Разумеется. Уроки. Спасибо. До вечера. Неоднозначный эксперимент легализации преступлений называют «судной ночью». Нет судной ночи! Нет судной ночи! Вы с Исайей остаетесь сегодня у меня. Мы и сами о себе позаботимся. Позвольте представить вам автора этого эксперимента, доктора Мэй Абдейл. Судная ночь – политический инструмент. Скорее, психологический. Раз в год мы должны дать волю народному гневу во имя всеобщего блага. Сегодня каждый из нас покажет свое истинное лицо. Система экстренного оповещения объявляет о начале ежегодной судной ночи. Политиканы выбрали наш район не случайно. И им плевать на нас. После сигнала любые преступления станут законными в течение 12 часов. Здесь много хороших людей, которых мы обязаны защитить. Аварийные службы будут недоступны. Нужно быть готовыми ко всему. Правительство благодарит вас за участие. Всего лишь вечеринки. Вы заверяли нас, что участников будет больше. Человеческая природа не подчиняется законам политики. Какого черта происходит? Бежим! Они бывшие военные. Творится что-то странное. Вы посылаете на остров спецназ в гражданском? Иначе задумка не сработает. Нам никто не поможет. С этого момента страна изменится навсегда. Они не все учли. Они забыли про нас. Что я натворила? Бегите! Держитесь, я иду. Проверка раз, два, три. Запись. Мы расследуем дело пациента, который в Хэллоуин 1978 года убил четверых подростков. Даже собственный психотерапевт пытался его застрелить. Убийцу арестовали. И последние 40 лет он провел под стражей. Привет, Майкл. У меня для тебя кое-что есть. В моей семье на Хэллоуин у всех просто крышу срывает. Еще бы, ты же внучка той самой Лори Строуд. Ее тогда чуть не грохнули. Так вроде бы ее брат убил всех тех девушек. Нет,
Не было такого. Чего только люди не придумают. Знаешь, а я каждый день молюсь, чтобы он сбежал. Что ты натворила? Зачем? Чтобы его прикончить. Папа, осторожно! Авария. Мам, ты о чем? Майкл сбежал. Простите, здесь занято. Есть кто? Эту ночь ждала меня. Пусть приходит. Бегите домой, заприте дверь. Вы не верите в призраков? Нет. Он здесь, Майкл. А зря. Можешь закрыть шкаф? Хэллоуин. Полный паралич особенно тяжело дается человеку, который привык работать руками. Такое дело. Четыре мрази убили мою жену. Не трогайте ее! Я готов на все, чтобы найти их. Что если я скажу вам, что у вас есть шанс снова встать на ноги? Это называется STEM. Компьютерный чип, который способен изменить весь мир. Это новый улучшенный мозг. О боже. Я STEM. Система, контролирующая ваш организм. Тебя еще кто-нибудь слышит? Нет, только вы. Разрешите кое-что показать. Это запись дронов. Шорт Бретнер, Морпех, адрес 4146 Цитрусовая улица, Ньюграунд. Вам нужен план. Сам разберусь. Не самый продуманный план. Стэн, на помощь! Запрашиваю разрешение действовать независимо. Разрешаю, нахрен! Благодарю. Что за нах? Больно, наверное. Жесть! Лучше не вставать, чувак. Стэм, у него нож! Вижу, у нас тоже нож. Передаю полный контроль вам, Грей. От продюсеров хитов «Сплит», «Счастливого дня смерти» и «Судная ночь». Если вы в этом замешаны, я должна знать. Я просто вышел воздухом подышать, детектив. В его руку имплантировано огнестрельное оружие. От создателей «Пилы» и «Астрала». Стэм, что мне делать дальше? Уходите, Грей. Ой-ой-ой-ой! Чувак, да ты упертый. Я не могу позволить нам погибнуть. Мы с вами закончим то, что начали. Апгрейд. Вера в свои силы заразна. Мы часть чего-то большего. Мы сражаемся за сломленных. Позвольте представиться. Доктор Элли Стейпл, психиатр. Моя специализация – пациенты, которые считают себя супергероями. Мне тут не место. Дэвид Данн, вы считаете себя необычайно сильным. Но есть люди, которые сильнее вас. Кевин Вендел Крамп, вы верите, что в вашем теле заключено два десятка душ? Зови меня Норм. Да, бро, зашибись! Элайджа Прайс, у вас необычайно высокий IQ. Вы считаете себя сверхчеловеком. А если предположить, что вы ошибаетесь? Они всем нам лгали. К
Ты послан в мир как ангел-мститель. Насколько велико твое желание мстить? Мои пациенты выпали из реальной жизни. Множество людей пострадает. Не делай этого. Ты сможешь убедить мир, что мы существуем. Скажи, ты готов? Вот здесь ты был бы нарисован с большими глазами и пузырьками смятения над головой. Чувак, свали. Меня нехило накрыло. Как будто я уже прожил этот день. Дежавю? Да. День начался заново, когда ты умер, да? Точно. Ты обратился по адресу. Я умирал 11 раз. Каждое утро я просыпалась, и все повторялось. Снова и снова в день моего рождения меня убивает какой-то псих в маске младенца. Выяснилось, что это моя соседка Лори. Я вышвырнула эту психопатку из окна, она умерла, и петля разомкнулась. Нынешняя версия моей жизни вполне ничего. Все нормально? Нет. О, проснулась. Я тут твои брюки берег. Вот и блядь. Чувак, так ты переспал? Твою ж мать! Понедельник 18-е! Опять! Спасем планету? Все тот же гребаный день! Я думала, петля разомкнулась. Жесть. Теперь все иначе. Каждый из нас в опасности. Если ты не начнешь день сначала, они погибнут навсегда? Значит, мне придется умирать снова и снова, чтобы вас всех спасти. Короче, тебе просто нужно убить себя. Ты просто гений. Все лучше, чем бегать от психа в маске и думать о смерти. Ладно, хрен с вами. О, проснулась. Я буквально умираю, как хочу выяснить, в чем тут дело. О, проснулась. Как меня это достало. Ну иди сюда, гад. Опять маньяк в маске, Триш? Да чтоб я сдохла, хуже только растолстеть. Счастливого нового дня смерти. Привет, дружок, как дела? Сегодня игровой вечер. Вы готовы? У меня новый лэптоп. Действительно новый. Я работал в одном киберкафе, и этот компьютер лежал в коробке с найденными вещами последние 3 или 4 недели. Стоп, ты украл чей-то компьютер? Я его не украл. Да, конечно, это же полная хрень. И я нашел вот эту скрытую папку. И заходя в нее, автоматически соединяешься вот с этой вот фигней. Чувак, это же темная сеть. Что такое темная сеть? То же самое, что и интернет, но никто не в состоянии тебя отследить. Там покупают наркотики, фальшивые документы, даже убийства заказывают. Да, в темной сети в основном злодеи тусуются. У всех есть тайны. Еще в этом компьютере видео есть. Давайте вот это глянем. Будьте осторожны. Я правда считаю, что ты должен прекратить. Боже, вы ведь не знаете, чьи тайны обнаружите, а? Выглядит слишком уж натуралистично. Мне кажется, все по-настоящему. Ребята, это они и продают. Что? Все эти видео. Мы должны что-то сделать, и прямо сейчас. Кто это? У вас мой лэптоп. От продюсеров фильмов «Прочь», «Чистка», «С днем смерти». Что происходит? Я вижу все, что вы делаете. Если отключитесь или позвоните в полицию, умрете. Постойте, ребята, где Лекс? Это же дом Лекс? Ребята, нет, это Лекс? Боже мой, нашел ее этим летом. Они убили Лекс. Кто? Те, кто покупают эти видео, те, кто похищают девушек. Что за черт? Они все наблюдали. Мы хотим поиграть. Сможете уцелеть? Боже мой.
Это моя мама. Нет. Попрощайся. Нет. Бойтесь. Они нашли Лекс, значит, смогут и всех нас найти? Своих. Они все это время нами управляли. Подписчиков. Пожалуйста, оставьте нас в покое. Уходи оттуда, сейчас же. Я тебя слышу, но ты еще там? Келли, я тебя не вижу.